Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Говорит Саров». У микрофона Иван Чуркин. За операторским пультом, как всегда, звукорежиссер Александр Дорохин. Мы рады сообщить вам, что творческая группа во главе с редактором Романом Олейником дает второе дыхание нашей недавнешней передаче, которая называлась «Голоса России». Думаю, что постоянные слушатели радио помнят наши «Голоса России», потому что нынче редко можно услышать богатую на чувства и сокровенность народную песню и народную музыку. Ту самую, которой всегда дорожила Россия и которая, невзирая ни на что, продолжает жить и быть любимой в народе. И вот сегодня, в первой передаче, после продолжительного перерыва, мы хотим познакомить вас с творчеством великолепной русской певицы, заслуженной артистки Республики Мордовия Веры Каяцкой. Издалека
Веру Каяцкую часто называют наследницей Лидии Андреевны Руслановой. Называют так, скорее всего, потому, что у Веры Ивановны, как и у Руслановой, мордовские родовые корни. А еще и потому, что у Каяцкой, как и у Руслановой, нет границ в голосовых возможностях. Поет – так поет, страдает – так страдает, радуется – так всем возле ее голоса радости хватает. Так с детства у ней было. Она родилась и росла в большой и дружной ирзианской семье по фамилии Прохоровы, в которой любили и, главное, могли хорошо работать, варить рассыпчатую пшенную кашу, а из нее ни на что не похожие блины. Ешь, не наешься. А еще в семье Прохоровых постоянно было включено радио, настоящее радио. По нему звучали песни народов огромного Советского Союза. И все их не только слушала Вера, но и знала. Да что тут знать, запоминала, а потом пела, не навредив незнакомой, только что услышанной песне ни единым неправильным звуком. Из тех далеких времен до сих пор вспоминают люди в ее родной ирзианской деревне, как вся округа спешила осенними и зимними вечерами в клуб послушать Веру Прохорову. А пела она с радостью. Пела малышка и напеться не могла. Часто соседка Прохоровых, баба Рая, вспоминала, рассказывала и смеялась над собой, как она картошку по осени копала. Ох уж эта Вера! Копаем картошку, а она работает и поет, и поет. Облокочусь на лопату, стою, слушаю, будто заворожили меня. Очнусь, а Прохорова уже пол огородов скопали, а я все концерт слушаю. Она и в школу пошла, повторив дорожку толстовского Филипка. Вы наверняка помните этого мальчугана. 6 годочков ей было. В первый класс брали только с 7. Очень строго-настрого брали. Только с 7. А брат и сестра 1 сентября на уроки пошли, а Вера места себе не находила. «Что ты ерызгаешь?» – сокрушалась мать. «Через год пойдешь. Да куда ты?» Разыскала старенький рваный портфель, сунула в него кусок хлеба с помидором и пришла в школу. Встала возле открытой двери и замерла. «Так ты кто же такая?» – обратила на нее внимание учительница. «Да это Верка Прохорова!» – зашумели ребята. «Ей страсть, как хочется в первый класс!» «И что же ты можешь?» – спросила девочку-учительница. «Да она песни поет, как Русланова, а даже и лучше, чем Русланова. Споешь нам?» И Вера запела. Родные песни, мордовские и русские, какие слышала по радио и какие знала от своих родителей. Так вот в первый класс и пошла, 6 лет. Пошла по дороге, которую ей проторила знаменитая Русланова. Ведра поливает, с ведра поливает, землю прибивает, землю прибивает, брат сестру качает. Лёшеньки, Лёли, брат сестру качает,
брат сестру качает, еще величает сестрица родная. Расти поскорее, расти поскорее, да будь поумнее. Ой, Лёшеньки, Лёлик, да будь поумнее. Землю прибивает, землю прибивает, брат сестру качает. Ой, Лёшеньки, Лёли, брат сестру. А любовь к народной песне повела ее дальше. Так затем в музыкальное училище попала, не имея никакого, даже самого примитивного начального музыкального образования. А уж в знаменитую московскую Гнесинку поступала вообще очень интересно. И не там экзамены сдавала, а в самом Министерстве культуры России. А как? А это было вот как. Опоздала Вера на вступительные экзамены. Но когда ее прослушали преподаватели, то они же и стали просить дополнительное бюджетное место у министра культуры. Тот упорствовать не стал, только сам захотел послушать Прохорову, прежде чем принять какое-то решение. И время назначил. Приготовилась Вера, надела настоящий мордовский народный костюм, а он тяжеленный, в нем как в бане, жара на дворе, жара и духота в аудитории, а министра нет. И вот телефонным звонком Вера приглашалась в министерство, там ее министр слушать будет. И что прикажете делать? Вера прям в этом тяжеленном, жарком, мордовском костюме через всю Москву помчалась в министерство, в большой актовый зал, и все министерство на 40 минут прекратило работать. Голос будущей певицы всех
поверг в шок. Да я нисколько не сомневалась, что Вера должна учиться в Гнесинке, сказала тогда знаменитая на весь Советский Союз и на всю Россию Нина Константиновна Мешко. Это не просто певица, это настоящий народный самородок, государственное достояние. Она потом также и к Зыкиной пришла в ансамбль «Россия» и объехала с народной песней не только Россию, а целых полмира. Теперь Вера Каяцкая работает в Московской областной государственной филармонии солисткой ансамбля русской музыки и танца «Садко».
25 лет работает. И на протяжении 15 лет она солистка Центрального концертного образцового оркестра имени Римского-Корского военно-морского флота России. Вера Каяцкая с достоинством носит звание заслуженной артистки Мордовии. А недавно мне написал священник из Йошкар-Олы Евгений Самойлов. Вот что он мне пишет. Вера Ивановна давно народная артистка России. Так люди считают. Все без исключения. Широкий, раздольный, могучий и трепетный голос Веры Каяцкой. Он не оставляет равнодушными никого. В нем столько любви и красоты, что невольно человек становится счастливым, как счастлива сама певица, потому как живет и поет для России. Какую бы песню Вера Ивановна Каяцкая ни запела, эта песня сразу становится ее и нашей родной песней. Про